Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Гремлин Серж. И я продолжаю Neverwinter Nights 2. Прошлая серия была нечто несуразным, хотя я ей горжусь. Это, наверное, первая серия года за 3-4, которая мне нравилась и которую я сам посмотрел. Но Neverwinter Nights 2. Слишком уж мы с вами засиделись в грёбаном замке, скажете вы, и будете правы, потому что по вашим измерениям, ну то есть по публикации серии на канал, да, это вы, грубо говоря, две недели вы сидели и ждали, когда я наконец-то уйду из замка и пойду заниматься своими делами. Понятное дело, там могут быть разные странные изменения, но в основном 3 серии в неделю, да, 2 недели вы сидели вместе со мной в замке. На самоизоляции от сюжета. Ладненько, пора отправляться. И разбираться со всем этим. Как я понимаю, нам нужно брать с собой Agile в любом случае. Потому что сейчас меня не пустят туда, куда мне надо идти, если в моей команде не будет Agile. Вот сейчас я даже протестирую. Еще тут беда такая, что есть у меня подозрение, что я хочу побегать с Элани. Очень давно Элани у меня не было. На данный момент я могу полностью убрать Нишку из команды, потому что у меня вон колокольчик есть, открывающий все замки. Их у меня даже 2. А квест с Элани застрял, понимаете? Квест с Элани застрял. Как мы отпустили волка, больше ни слуху, ни духу. И я прекрасно понимаю, что это из-за того, что она не с нами. Поэтому Элла не идет с нами по-любому. И вот давайте сейчас проверим. Если я вот беру Кару, принять, и нажимаю сюда руины Арвана, чтобы вы могли отправиться в руины или Фарн, у вас в группе должна быть Аджаев. Продолжить. А, вот так вот, видите, они сразу поступают со мной. Ладно, и теперь мы берем Элани. И мы берем, конечно же, Келгара. Куда без него. Ну что, принять. А, и теперь Джаев у меня в обязательном порядке, да? Будет тусоваться со мной. Ну ладно, отправляемся. Так, по пути вы встретили неожиданное препятствие. Значит, все кончено. Умоляю тебя, немедля. О чем ты говоришь? Вы не малориты? Тогда кто? О боги, они здесь. Вы стоите между нами и нашей добычей, чужаки. Отойдите в сторону и позвольте нам завершить священную охоту. Я не позволю тебе причинить вред этому человеку. Мы не потерпим такого вмешательства в наши дела. Мы уничтожим вас, а затем закончим охоту.
Я даже без бафов вас уделаю. То, что Agile, в принципе, как вы могли заметить, неплохо так-то раздала. Несмотря на то, что ее билд заклинаний не совсем атакующий. Ну и, конечно же, Элони, как всегда, неплохо тоже так раздает. Но если ты своей молнией сейчас мне тут что-то поломала... А, кстати, видите, как сразу предметы начали сыпаться? Как я и говорил, что... А, вы ж не слышали, ладно. А, с появлением замка, отправляясь в сюжетные квесты, нам будет с вещей сыпаться, как говна просто, дохренича, и мало того, оно будет все дорогущее. Потому что ж замок же надо как-то оплачивать. Слава богам, что вы здесь оказались, они бы меня прикончили. Пожалуйста, пойдем со мной и отведу тебя в безопасное место. Нет-нет, вы уже сделали для меня слишком много. Теперь я в порядке, спасибо. А как бы рассказать, что здесь произошло, нет? Ну ладно, давайте пройдем дальше. А, нет, сначала отдохнем. Я помню, я с Элони сильно не бегаю. Лишь потому, что... Почему? Списки наших заклинаний с ней очень похожи. Как я понимаю, шаман духов игромеханически входит в состав вот этого вот священников. Точнее, жрецов, да, наверное? Вот, понимаете, вот, и был бы я бы здесь поставил бы игроку ящичек. Почему нет? Ну, вот тут у вас есть целое место. Жалко, что ли. Так вот, входит вот этот список жрецов, друидов. А не в список магов, колдунов, волшебников. Так, отправляемся. Значит, город еще существует. Посмотрим, здесь ли то, что я ищу. Мы прибыли. Я все еще чувствую Илифарн. Он вокруг нас и под нами. Так куда мы идем? Знай, если мы хотим провести обряд очищения, мы должны найти 5 статуй Ангхарада. Если сведения, полученные из наших источников, верны, статуи находятся среди этих руин. Мы не сможем победить короля теней, не пройдя ритуал. Нам нужно торопиться. Чем скорее мы проведем ритуал, тем скорее сможем напасть на врага. Во-первых, очень так
расслабляюще звучали крики монстров, когда нам показывали эти статуи. Потому что, как я понимаю, это все, что мы тут с вами видим. Ролики на движке в этом. То есть это не заготовленные ролики. В том плане, что, да, вот. Должен быть ролик, они берут, расставляют сами модельки, они разговаривают. Нет, они именно что вот стоят вот так вот, да, и начинают разговаривать. Но вы часто это могли замечать, да, что во время диалогов происходит какое-то дерьмо. Так и здесь сейчас этот весь ролик был построен полностью. То есть мы также здесь и стояли, просто на камеру приблизили, и наши персонажи разговаривали. И в момент, когда на ту статую перевели взгляд, то он таун дрянь что-то там орала. Так, ну а теперь позвольте, пожалуйста. Во-первых, для того, чтобы я не путал цифры, я сделаю вот так вот. Слава богам, слава богам. Все. Я не стал в начале этой серии говорить вам о том, что у меня были кое-какие проблемы, потому что я задолбался их говорить. Я эту серию записываю в четвертый раз. У меня игра стала вылетать, видать, обиделась на меня или что-то в этом роде, но я не мог не поговорить с крестьянином, не спасти крестьянина. Автосейв у меня сразу поломан, и меня выкинуло, потом игра два раза очень... Ужас, просто ужас. Ладно. Там какие-то разборки питерские. Ну, а мы берем и бафаемся. Так, поехали дальше. Огненный меч мне, огненный меч Элоне. Огненный меч Килгару. Огненный меч Шандре. Ну ладно, Эджаев обойдется. Потом силу волка мне. Силу волка Элоне. Силу волка Эджаев. Ох, походу мы тут, да, надолго, хотите мне сказать. Что тут творится, пацаны? Гоблины против орков. Какая пошлость и скука. Книжечки, как же ж давно мы, да, не читали. Так, это все... Ой, там какие разборки питерские. Ладно, давайте статую очищения тыкнем. В древние времена для защиты Илифарна был создан страж. Если пришло время разрушить наш великий инструмент... то его разрушишь ты. Возьми это товарищеское благословение. Пусть оно сокрушит всех, кто противостоит тебе и твоим союзникам. Первая часть ритуала завершена. Где тьма, там дом нашего врага. Знай,
Хотя король теней может превратиться в легионы теней, этот ритуал все равно может прогнать его. Обряд очищения. Вы получили особую способность «Цепь зари», которая позволяет оружию членов вашей группы наносить дополнительный урон позитивной энергии. Доступ к этой способности можно получить при помощи выпадающего меню. То есть вот этого, да? Или вот так лучше всего умения, навыки. Вот, они фиолетовенькие, если что. Ну ладно, давайте тестировать. А, это вот баф на всех в округе. Хорошо, ладненько. Еще одна кнопочка, которую мы будем прожимать. Если она, конечно, что-то дает. Надо будет потом протестить. Без бафов тогда я буду полностью голенький. О, гоблин-колдун. Идем бить гоблина-колдуна. И я пошел не совсем туда, куда планировал. Что за срань? Тут я смотрю прям веселье. Тут и огры, и орки. И гоблины, прям, да, я чувствую запах свежеиспеченного Толкиена. Но вы видите, да, что начинается тут у нас. Так, ладно, все это, конечно, забавно, но я собирался сначала пойти вот по этой вот так дороге, вот сюда, до храма времен года, потом вероятнее всего вернуться. А знаете, а в принципе хорошо, что я сюда пошел. Теперь я возвращаюсь, иду так по дороге. А у вас мышка же, наверное, да, не показывается. Потом вот возле лагеря орков мы пойдем сюда, вот эту гору всю прочистим. Ну, сюда заскочим, сюда, и потом крепость Ривенгард. Так и поступим. Ладненько, побежали. И вот эта вот цепь зари, нужно будет глянуть, что она дает. Либо это просто сюжетная дрянь. Хопа, добрые орки, да? Че, мы сейчас будем с орками дружить? Ты, я знаю тебя, ты убила моего брата Лаграму, родника старого филина. Я убью тебя за это. Вау, 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 вау. Че, попробуем прожать дипломатию? Я понятия не имел о том, что Лаграм твой родич. Если бы я знал, что он брат такого могущественного. Самое главное число, сила и знание, когда нужно драться. В этом отношении мой брат был слаб.
Надеюсь, ты не собираешься по тому же пути, что и он. Мой брат был сильным воином, но слишком гордым и глупым. Пацаны, вы что там творите? Но ты умнее. Я знаю, ты не собираешься присоединить эту землю к Нервинтору. Значит, тебе нужно что-то в этих руинах, да? Я хочу выгнать Хеллу из крепости Ривенгард. Этот огр-маг сидит в крепости и смеется надо мной, а мои орки слишком глупые, чтобы не обращать на него внимания. Поклянись, что вырвешь эту занозу из моего бока, и тогда трупа давы, не тронут тебя. Не тронут вы меня? На меня уже нападали орки. Турпадавы берсерки, когда они приходят в ярость, опасны для всех. К сожалению, нам часто приходится убивать их, если они забредают обратно в наш лагерь. Ну что ж, я убью Хелу для тебя. Пусть Гумш дарует тебе победу или быструю и безболезненную смерть. Какие-то квесты с орками, с первым попавшимся... Вот просто, да, стоит первый самый попавшийся орк. Бамс! Ну, типа... Ну, херли, я брат Лограма. Какие-то гоблины набежали. Вот орк. Вот. Извините, конечно же, за расизм. А, я собирался тыкнуть в... Все. Так, я работаю над этим. Если ты заблудилась, то крепость вон там. Хорошо, ладно. Это был... Я собирался тыкнуть в орка-лучника. А он заговорил раньше со мной. Ну, кстати, видите... Опа, еще один именной орк. Зачем ты пришла говорить со мной? Я Илрак, сломанные ребра, даритель мудрости Гумша. Почему тебя зовут сломанные ребра? Потому что все мои ребра были сломаны в бою с чемпионом Маглубейн. Думаю, это все объясняет. Хорошая работа. Одно из моих ребер вышло из моего тела. Я хранил его много зим. Гумш хочет, чтобы я отдал ребро тебе. Не спрашивай, почему. Тысяча благодарностей. Благодари Гумша, а не меня. Какое мудрое высказывание припас для меня Гумш. Гумш чувствует боль тех, кто был искалечен в бою. Ты потеряешь левую ногу. Ты в этом уверен? Я уверен в Гумше. Это его послание. А теперь иди. Мне так. Прощай. То есть он мне дал ребро Илраха. Бонусный навык бой вслепую, бонусный навык живучесть. И куда мне это? Это то есть мне нужно как вот эти вот камни носить в инвентаре? Так что ли? Орк, ты чё на мою Шандру нападаешь? Ты чё, козёл что ли? Так, ладно, их слишком много, они бегают как муравьи, они меня раздражают, но они забавненькие. Вроде все, со всеми орками мы здесь поговорили, с которыми можно было поговорить.
А, я ж Нишку, да, с собой не взял. Все как всегда. Ну ладно, придем с Нишкой сюда в следующий раз. Ну давайте зайдем в храм. В других ролевках в Baldur's Gate, я точно помню, если ты бы где-то непонятно где наткнулся на... Знай, мы находимся рядом с местом проведения обряда очищения. Что это? Это часть древнего элифарнского города, храм. Если мои чувства меня не обманывают. Элифарн? Но эти мастера, судя по всему, это знание создали эльфы и дворфы, причем вместе. Редкий случай в твоей культуре. Но если дворфы не были бы такими твердолобыми... Твердолобыми? Да если бы эльфы почаще слезали со своих деревьев и брали в руки молотки, то, возможно, мы могли бы сотрудничать больше. Мы любим наши деревья и наших жрецов. Я и не собираюсь взывать к здравому смыслу эльфа. Все знают, что у эльфов нет. Я мало что знаю об этом месте, время превратило его в руины. Откуда ты знаешь, что это здесь? Я чувствую это. Это мой народ умеет чувствовать энергию воли. И энергия, которая остается, это то самое место. Ты чувствуешь это? Отлично, весьма утешительно. Этому можно научиться, если приложить усилия. У некоторых это получается лучше, чем у других. Пойдем. То есть мне в этот храм еще рано. Ладно, не идем пока что в храм. Бог с вами. Но запомним. Кстати, я сейчас только что подумал. Ребро Иларха. Что оно дает? Живучесть. Бонусный навык. Мясник Эмбера. Ладно, это просто... Но у меня бой вслепую и живучесть есть. Да. То есть это вообще бесполезное, да, ребро? Или это ребро мне нужно дать тому, у кого таких навыков нету? Я слушаю. Вот у нее я сразу заметил, здоровье убавилось. Вы видели как? Точнее, прибавилось. Да. То, что у нее боя вслепую и живучесть вот, да-то? Да. Ну что, Элани, раз ты у нас как бы колдунишка, но который очень сильно сражается мечами и всем тем прочим, я тебя собирал как такого неплохого воина, то ходи с ребром теперь. А так вещь полезная. Появляется у тебя в команде какой-нибудь маг. И ты берешь и даешь это ребро ему, и он просто получает дополнительный баф здоровья.
Знаю, возможно, этот портал Ильфарна, хотя он и не активен. В Ильфарне было много таких порталов, их называли порталы песни. Их открывали не ключи из камня и металла, но песни народа Ильфарна. Эти порталы связывали между собой отдельные части огромных империй. Портал песни. Но он у меня еще закрыт, и мне в журнал дали. На вершине холма в руинах Арвана вы обнаружили какой-то помост, заканчивающийся большим кругом. Эджаев полагает, что это так называемый портал песни, устройство для телепортации. Возможно, потом мы что-то с этим совсем сделаем. Раз они в журнал квестов добавили, то, возможно, это что-то сюжетное, и оно разберется. Так, получается, в храм времен года это сюжет, это основной квест. Хотя я почему-то делал ставку на обратное. Хопа, кто-то что-то пропустил, да? Сюда идти, это разбираться с квестом орков, с дополнительным квестом орков. А тут поломать черепа паре берсерков. Я почему-то так на изи тут с этими орками сражаюсь, даже заклинания свои не открываю. Какие все образованные орки бегают, блин, с книгами. Ладно, к этим гоблинам пойдем потом. А это у нас по карте говорят самоцветные копья. Ой, как Толкином жареным пахнет. Вопрос в другом, в самоцветные копы. Вдруг сейчас я их очищу, а потом выяснится, что они мне по сюжету нужны. Библиотека, дерево союза, главная казарма. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как всегда говорю, ладно, пошлите отсюда. Займемся сначала квестами. Сначала дополнительным, потом основным. И если уж нас сюда дорога не приведет, заскочим, потому что уж что-то слишком много точек. А, я думал, что с картой случилось, почему она стала другой. Так, пацаны, вы нарываетесь, да? Раз, два, три. Так, я не пойму, что происходит, мать божья. Почему у меня заклинание? Прости меня.
ями Мертлейн. Что у тебя с заклинаниями, Элани? Что за срань, блядь? Что это такое? Почему так жестоко? Это прям жестко. Это мне сейчас все заново проходить. Это вай-вай. Твою ж мать. Ладно, сейчас вернусь. Элани, блядь, ты куда? Остановись! Остановись, Элани, я не готов! Элани, не надо! Давайте хотя бы вот так сделаем. Я проходил, я понял одну из ошибок своих, понимаете? Беда-то в чем? По какой-то причине... Чуваки, которые очень долго со мной не бегают, получают другую команду. В каком плане? Элани не сражалась. Шандра почему-то не сражалась. Хотя это уже разбивает теорию о том, что... чуваки, которые со мной долго не бегают. То есть, я заметил, что... В толпу врываюсь только я, Килгар... И Эджаев. Шандра и Элани стоят где-то в сторонке. Я отдал приказ атаковать ближнего, и все пошло отлично, как я играл до этого. Но это вот привело к этому. Мы не отбафаны, ничего. Или Элани получила ребро. Ау. Так, надеемся, что мне сейчас не собьют заклинания. Но мне сбили заклинания. Мне сбили, сука, заклинания. А, меня просто вырубили. Это в моих силах. А я твои заклинания вообще не понимаю. Так, Эджаев, бежим, бежим. Блять, камера, сука! Эджаев, добей его, пожалуйста. Просто добей. Чем у тебя тут можно? Землетрясение. Великое восстановление. Регенерировать. Блин, хорошая вещь, наверное. Регенерируй, пожалуйста.
И это нужно понимать, что это с учетом того, что у нас здесь три хиллера. Три хиллера в команде, блядь. Понимаете, три хиллера в команде. И мы только... Ладно, хотя я себя позиционирую все-таки больше как баффера. Раз. Два. Три. Четыре. Для чего я сейчас этим занимаюсь? Расскажите мне на милости. Мы же уже этот лагерь вырубили весь. Но он так неплохо, неплохо, очень неплохо нас вырубил. Ну а так, по факту, из того, что я еще не сделал во время записи, то есть я записал, а потом уже шумер и начал перепроходить. Единственное, я не добрался до самоцветных копий. Но, в принципе, там никакого диалога, ничего не активировалось, поэтому можно, в принципе, и забить. И теперь мы берем и сохраняемся на кек. То, что уж что-то слишком сильно здесь эти гоблины нас... шпиняют. О, сундук закрытый. Так, главный вопрос. А, это был все-таки охранный пост вот этой шняги. А я думал, что это сбоку, со стороны сделано. Ладненько, ладненько, ладненько. И что в итоге мы имеем? Мы имеем вот здесь дополнительный квест. Вот здесь мы имеем основной квест. И еще имеем целую локацию, в которой неизвестно вообще, что делать. Ну что, пойдем сюда, как и планировали. Все равно я приду в эту локацию с Мишкой, чтобы покопаться в карманах у орков. Так, судя по карте, мы здесь ненадолго, так что отправляемся в путешествие. Где звук? Вот звук, все. Надпись следующая. Здесь лежит Жемель, хозяйка крепости Ривергард. И меч, и щит служили ей до самого конца. Пусть ее скипетр не достанется... недостойному. Должно быть, у нее была сильная воля, раз она вела за собой столько воинов. А, но это не отпугнуло воров, которые обчистили ее после смерти. Я не вижу никакого ни щита, ни меча, ни скипетра. Понятно, то есть нам нужно сейчас с вами найти меч, щит и скипетр.
А, ловушки! Я ж забыл же, что есть такая вещь, как ловушки. Ну ладно, у нас нишки с собой нет, так что забиваем болт на все. Забиваем болт на все. Ну, такое тоже бывает. Какой-то посох нашли. Хор, что ты здесь делаешь? Ты шпион Утхана? Так, давайте попробуем соврать. Я не шпион, мне нужна статуя очищения. Вот как. Я знаю, где находится одна статуя, но Тхелу, Огр Маг, не подпустить тебя к ней, если, конечно, ты ищешь именно эту статую. Зачем ты говоришь мне это? Я... Ралидор, и мне надоел этот Огр-маг. Он обещал нам богатую добычу, но я не видел никаких сокровищ. Как ты оказался в этих руинах? Хелу обещал нам богатство. Орки слабы, говорили он. Брат Утханга мертв, он не придет на помощь. Мы пришли ночью, напали на орков и захватили эту крепость. Убили много дюжин. Но Хелу солгал, ему нужна была статуя, что в подвалах этой крепости, и он использовал нас, чтобы добраться до нее. Теперь он сидит там, ковыряется с какой-то дверью, а мы томимся здесь в осаде. Ты видишь здесь богатство? Ты видишь здесь сокровища? Мы храбро сражались, но получили лишь пыль и тишину. Если тебе нужна смерть Хелу, тогда помоги мне. Я возьму своих багберов и уйду из крепости, мы будем ждать... Во внутреннем дворе. Если ты принесешь нам голову Хелу, мы пропустим тебя. Если нет, ты умрешь. А, ну давайте, опыт. Я понимаю. Тебе повезло, гладкокожий. Пойдемте, братья. Наша служба этому огру закончена. Я мог, конечно, их сейчас вырезать, но давайте я их вырежу, когда принесу им голову и получу опыт за нее. Так, я вижу тебя, ублюдок. Thank you.
Так, как я понимаю, здесь будет сейчас еще второй этаж, да? На второй этаж. Ясненько с вами все. Значит, дочищаем сейчас первый этаж. И заканчиваем серию. Вот это меня сейчас кошмарить начало. Тун-тун-тун-тун. Так. Это мы здесь поковырялись. Еще вот. Как много этих утырков. Так, это Эджаев моя. А, меня вырубили, да? А, нет, меня не пускают на входе солдаты. Да убейте этих гоблинов, пожалуйста. Так, а теперь мы вот сюда. Мне казалось, что огры гораздо безобиднее. Почему они так сильно дамажат? Ладно, я понимаю, что я сейчас не слишком сильно заморачиваюсь о бафах, дебафах и так далее и тому подобное. И мой герой сейчас пришел вообще не отбафанный. Еще и раненый весь. Я не спорю, конечно же. Ну это срань какая-то. Так. Ладненько. У нас тут
серия заканчивается. Как я понимаю, он ту дверь, которая закрыта, я могу открыть только если саркофагу помогу. Так что давайте на этом прощаться. А, и вот проход к саркофагу снова. А также у меня целая куча всякого барахла. Ладно, пока-пока, увидимся в следующей серии, будем дальше зачищать это подземелье.